10 ноября российские полицейские отметят свой профессиональный праздник – День сотрудника органов внутренних дел. Он был учрежден 101 год назад, в 1917 году, когда была создана рабочая милиция. Сотрудники патрульно-постовой службы, уголовного розыска, кинологи, инспекторы ГИБДД и сотрудники других подразделений полиции – все, безусловно, вносят огромный вклад в одно большое общее дело – это борьба с преступностью и охрана покоя граждан. Но для многих страж правопорядка – это прежде всего участковый, особенно тот, который может не только дать хороший совет, но и спасти жизнь. Павел Баймаков продолжит. Напишите заявление, я вас, значит, прошу по этому поводу, проведем проверку. Итак, каждый день от 5 до 15 заявлений, рассказывает участковый Белухаш Абубакиров. В полиции ныне капитан служит уже более 10 лет. Почти половину из них работает здесь, на одном из участков в Кировском районе. Ежедневный обход, общение с жителями 22 многоквартирных домов, а это шумные компании во дворах, не всегда понимающие друг друга соседи, ссоры между членами семьи и не только. Днем порядка 7-8 адресов посещаешь стабильно, потому что и в рамках материала проверки, и просто граждане сами звонят. Не сообщают, а просто звонят, просят подойти. Вот такая ситуация, как нам поступить. Самое главное, это если вы умеете слушать людей и общаться с людьми, то работа будет нормально в русле идти. А совсем недавно участковый в очередной раз доказал, что может помочь не только словом, но и делом. В сентябре из окна квартиры на 4-м этаже этого дома на Старозагорье повалил дым. Как выяснилось позже, хозяин уснул, забыв выключить газовую плиту, оставив на ней кастрюлю. Не достучавшись до погорельца, соседи вызвали спасателей и поспешили к участковому. Недолго думая, Белухаш Абубакиров бросился на помощь. Из соседнего окна он перелез на балкон. Дверь, к счастью, оказалась открыта и вытащил спящего мужчину из квартиры. Так как дым увеличивался, я посчитал, что не стоит ждать, лучше попытаться своими силами предотвратить возникновение тяжких последствий. Как бы не задумывался. Серьезного пожара удалось избежать, обошлось без пострадавших, за что жильцы дома очень благодарят участкового. Но не только за это. По словам жителей, Белухаш Абубакиров уже помог улучшить погоду не только в доме, но и на улице. Сейчас вообще не видно, чтобы во дворе пили. На лавочках там вот раньше сидели, сейчас нет. Сколько было участковых, а вот о нем все всегда отзываются хорошо. Все соседи. Я могу даже поручиться за всех. Сам полицейский каким-то особенным участковым себя не считает. Уверен в одном. Если пришел служить в полицию, работать нужно честно и добросовестно. А если придется рискнуть жизнью, рискнет, как и в случае со спасением погорельца. Чем потом жалеть о том, что ты не сделал, лучше сделать и спокойно спать, что называется, выполнить свою работу. Вот и все. 10 ноября все сотрудники органов внутренних дел России отметят свой профессиональный праздник. Многие из них встретят 101-ю годовщину на работе. Как и капитан Абубакиров, на субботу у участкового запланирован прием граждан. Павел Баймаков, Виктор Соколов. Новости губернии.